Сегодня у нас мультитул под названием микротул с артикулом TC1001. Мультитул представлен от компании SOC. Это компактный, один из, наверное, самых маленьких. Ну, если не брать мультитулы, которые представлены в виде бляхи на ремень. Те имеют совершенно в сложном виде, опять-таки, еще меньший размер. Но этот малыш также своеобразен. Давайте расскажем подробнее про него. Здесь имеется пружина, представлена вот этим элементом, который скользит по внутренней поверхности рукояти. Имеется запирающий механизм, то есть в таком положении легко сложить. Становится менее объемным. Такие кусачки, они же плоскогубцы. И видно, что здесь есть элемент для перекусывания проволоки. Здесь же видим крестовую отвертку. И давайте дальше будем двигаться. Ну, сразу видим сквозное отверстие в виде темлячного, или за него можно повесить ключи и так далее. Клипса. В этой части уже представлен остальной функционал. Это сам нож, который имеет замок Slip Join. Сталь здесь представлена Synchrom 17 молибден ванади, по обуху 1,5, клинок 51 мм, ну, спуски здесь прямые от обуха. Ну, такое описание более чем подробное для такого малыша. Следующий элемент здесь представлен — открывалка. Здесь же на острие маленькая шлицевая отвертка. И последний элемент. Здесь такая пилка. Ну и большая отвертка. Давайте нож тоже вытащим для наглядности. Вот такой мультитульчик от компании SOC.